Так, я сейчас снимаю машину, она не в супер идеальном состоянии. Потом, когда будут всякие мелочи, я сделаю. Я извиняюсь. Вот, в принципе, пластики, которые поставили, все царапинки и мелкие вещи не уберут. Мне тут стала машина. Тут придется пройти так. Покажу так спереди. И с этой стороны тоже. В общем, вот такие у нас дела вообще. И этого ждал очень долго. Жаль, что это, конечно, не карбон, но это то, что есть. И я надеюсь, я доделаю. Осталось пару мелочей. Мне обещали убрать все потертости и остальные проблемы. Буду еще раз сзади. Видите, часть карбон, часть нет. Но все сделано довольно чисто. Это матовый пластик. Надо его немножко протереть. Но так, в общем, ничего. И я потом, как получится, я очень немножко занят. Мне нужно ездить. И я остановлюсь и буду сделаю на квадрокоптере, постараюсь на 4К сделать хороший видеообзор. Внутри ничего не изменилось, все то же самое. Вот с арками мне как-то не везет, с правой стороны их нету. Заказал 42 сантиметра, получил 22. Китайцы меня просто замучили. Как вы видите, с левой стороны есть, но у китайцев, видимо, какие-то интересные расчеты. В общем, жду.